Мы действительно хотим этот проект сделать на территории Тверской области, как минимум начать его в городе Твери. И мы хотели бы, чтобы это было частью нашей общей работы, в том числе включение в единую национальную платежную систему банковской карты МИР, которая сейчас правительством продвигается, правительством Российской Федерации. Вот. И в этой связи мы считаем, что наличие такой карты, оно могло бы нам позволить более четко и качественно осуществлять льготы, то есть реализовывать льготы, которые мы предоставляем нашим гражданам. Потому что сегодня мы знаем, в том числе общественный транспорт не всегда доступен для наших льготников, и людям приходится ездить за свои деньги. А таким образом мы уже бы ввели полную сертификацию всех видов и услуг, и видов социальной помощи, поддержки для наших граждан, которые мы предоставляем, то есть через, в том числе, механизм этой карты.